С вами канал Мусалим. Сегодня у нас в работе Nissan Terrano, он же Renault Duster. Ничем автомобили не отличаются абсолютно. Ну так видно, что везде голый металл. Ничего не проклеено. Просто ничего нет. Также в дверях пусто. 3-4 вот таких кусочка на полу и по кусочку на тоннеле. С одной и с другой стороны. Все. И вот на крыше кусок. Сейчас будем обезжиривать все поверхности, проклеивать гидроизоляцией. После проделанных работ машина станет гораздо тише. Это 100%, потому что здесь нет ничего. Начнем работу. Закончили проклейку первым слоем гидроизоляции. Весь материал разогревается, раскатывается валиком. Также закрыли двери первым слоем. Следующий слой вибро. Также проклеим крышу. Продолжаем работу. Заканчиваем проклеивать Terrano. Так вот багажник выглядит. Также проклеим пол. Здесь уже приступили к сборке. И готовы у нас двери. И готова крыша. Все прокатано ребрухой. И сверху войлок 10 мм. Закончили шумоизоляцию Nissan Terrano. Все собрано. Никаких зазоров не появилось. Все на месте. Можно отправляться в путь. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Пока.